Добрый день, с вами Елена Стринч. Сегодня будем делать вот такой вот маникюрчик. На самом деле смотрится он просто великолепно, прекрасно просто смотрится сам гель-лак. Он вот действительно такой, знаете, новогодний, зимний такой оттенок, который серебристый, золотистым, очень круто смотрится, и снежинки сюда в тему. Обязательно оставлю видео и фото поближе в Инстаграме, так что заглядывайте туда. Там будет именно маникюрчик прям совсем-совсем близко. А сейчас приступим к нему. Но сначала расскажу, что делала. Стандартно то, что я делаю каждый раз, это я выравниваю и укрепляю ногтевую пластину. Укрепляю я вот такой вот акриловой пудрой. Она на Алиэкспресс с платной доставкой, и, по-моему, там доставка по сумме, как и пудра. Но знаете, вот у меня вот это заканчивается, у меня еще одна баночка есть в запасе, и потом если я буду, не буду брать другую, потому что она мелкая, она классная. Я прям щеточкой снимаю излишки. Видео у меня есть на канале, как я делаю крепление. И все. Я спокойно дальше покрываю базой и выравниваю. И никаких проблем у меня нет. Вот это вот спиливать лишнее, вот... То, что все лишние движения, которые вот с этим бывают, когда акриловая пудра, такая, знаете, очень крупная, вот их нет. Базу использовала, не знаю почему, взяла опять бульфайл. Она по консистенции очень хорошая, мне нравится по консистенции, хорошо выравнивает пластину, поэтому я ее взяла, в принципе. Гель-лак. Ну, гель-фавор 06. Он безумно красивый. Я даже не ожидала по фото, что он будет вот настолько класс. Просто крутой гель-лак. Ну, вообще, вы знаете, я гель-фавор очень люблю. И я люблю нежно-нежно. Да, малютки. Сейчас, кстати, заходила на продавца. Там, представляете, опять есть гель-лаки со скидкой. И плюс скидка, которая дает продавец, опять они выходят как бы очень бюджетно. Накидала уже в корзину. Возьму обязательно себе. И сам наш стемпинг. Пластиночку будем использовать SPH 014. Вот одну вот эту единственную снежинку. Здесь куча разных. То есть вообще вот эта пластинка идеально, вот если вы хотите делать снежинки. Я вот думала уже вот эту как расположить на ногтях. Хочу на этой руке сделать... На самом деле в зеркальном отображении, то есть вот здесь я сделала в этом уголке снежинки, а здесь хочу наоборот делать. Лак для стемпинга. Будем использовать два. Первый начнем стем. И я думаю, вы когда я начну сейчас делать, поймете, почему я решила использовать два лака для стемпинга, а не остановиться на одном. Я очень быстро поняла, и ну, я думаю, это вообще в принципе всем понятно, когда красивый сам гель-лак, не хочется его затмевать. Лак для стемпинга белый сам по себе, когда он настолько белый, что он реально просто затмевает все остальное. Вот, смотрите. Ну вот, он затмевает сейчас. Лак для стемпинга белый, он прям привлекает к себе внимание, отвлекает внимание от гель-лака. Должно быть, знаете, как-то в идеале, чтобы и стемпинг был красиво смотрелся, и лак для стемпинга, ну то есть не лак для стемпинга, а гель-лак, чтобы это вот прям все смотрелось вместе и друг друга не затмевало. Вот сложно порой это сделать, но возможно, особенно если, знаете, большая коллекция лаков для стемпинга. Вот у меня такая. И она, по-моему, только пополняется. Единственное, я давно не делала заказ Mondo Dunis. И, если честно, пока не планирую. Я понимаю, что, в принципе, для канала, для моего, у меня лаков для стемпинга достаточно. Ну и плюс я бы больше заказывала с Алиэкспресс, чтобы у вас была тоже возможность их брать. Потому что я понимаю, я сама, знаете... Сколько год или полтора я смотрела на лаки для стемпинга Mondo Dunis и понимала, что я пока не готова к заказу. А потом в результате, знаете, в один день заказала и потом еще заказала. И я на самом деле редко ими пользуюсь. Я знаю, что они как бы не засохнут. С этим проблем у Mondo Dunis вообще нет. Но на Алиэкспресс появляется столько лаков для стемпинга, вот меня кац вообще поразили. Да, цена не бюджетная, но извините, Mondo Dunis тоже не бюджетная цена вообще. Плюс еще доставка платная. Ну круто вообще. Я люблю зиму, когда именно зима, вот когда вот эти вот дожди были безумные, это кошмар. А когда вот такая прям зима, это очень круто. Ну и в этом году я подготовилась с кучей пластинок.
для зимних дизайнов. Я прям действительно подготовилась. Ну что, ставлю в уголочек и отпечатываю все. И на большом пальце осталось. И расскажу, что будем делать дальше. Стразики сюда тоже красиво вписались. И лепила я их на усилитель геля GD.com. Мне подписчица подсказала. И знаете, когда я их поносила при каком-то из одних маникюров, я поняла, что GD.com очень хорошо держит. И раз он у меня все равно стоит, то почему бы нет? Все, идеально. Ну вот смотрите, здесь белые, а тут не совсем белые. И мне нравится, на самом деле, больше этот вариант. Поэтому его сейчас будем повторять. Возьму мою разочаровашку, от которой я его слишком много ждала. И, к сожалению, не так все круто вышло, как хотела я. Это Cuts. Он голографик. Должен был быть таким плотным. Но он не плотный, он полупрозрачный. Я сюда добавила серебристого. Он стал более, знаете, таким поплотнее, но не до конца. Он все равно прям полупрозрачный. Но блески здесь шикарные. Поэтому мы сейчас будем ставить сверху белого наш серебристый. И вот эту вот белизну он сейчас скроет. Видите? И намного, знаете, так нейтральный вариант получается, но при этом такой волшебный какой-то. Потому что блески, конечно, когда они есть, они потрясающий эффект дают. Вот если видите, что что-то там не прилепилось от стейкинга, сверху пальчиком пройдите, и все. И все хорошо будет. Вот этот лак для стемпинга Cuts я вообще не советую. Вот матовые, они очень крутые и плотные. Они прям потрясающие. Вот прям стоит того, чтобы купить. А вот этот, к сожалению, нет. Он прям меня разочаровал. Я когда даже оставляла отзыв, я все матовые поставила, там 5. А этот лак для стемпинга нет. Я, по-моему, 3 поставила, потому что это ужасно. Хочется, знаете, такой красоты. Я прям такого ждала. Причем он самый дорогой. У меня обошелся 400 рублей, по-моему. Такая разочаровашка. Ну, круто выходит. Я его, конечно, буду так использовать. Вот именно для таких вот маникюров. Как самостоятельный, прям я даже не знаю, на какой его гель-лак можно использовать, чтобы он красиво смотрелся. К сожалению. Он реально полупрозрачный. Посмотрим, может быть, что-нибудь придумаю. Все. Со стемпингом у нас все. Сейчас уберу лишнее. И будем с вами дальше делать. Ссылку обязательно оставлю вот на SPH пластинку. Ну, она классная, она зимняя, прям пластиночка хорошая. Даже если она вам не успеет прийти в этом году, в следующем году вы будете довольны, что она и здесь есть. Так, будем использовать стразики. На стразики ссылку тоже оставлю, потому что они потрясающие. И будем использовать топ. Давайте возьмем сапфир. Сначала что я делаю? Я просто покрываю топом все наши пальчики. У меня что-то прям эксперименты какие-то. Я топ сапфир брала для втирок только. Но стирками что-то давно ничего не делала. Так его использовать. Он жидкий. Но для втирок он прям крутой. И он жутко бюджетный. Кстати, вот топ последний раз, который я пользовался, Belle File этот, он неплохо относился, я вам скажу. Я сейчас больше, чем там неделю-полторы, на самом деле ногти не ношу. И не делаю даже в канале. Ну, у меня есть Николь, если что, можно на ней там дизайны поделать. Нет. Дело в том, что у меня ногти очень быстро отрастают. И то есть я под конец там первой недели уже вижу, что мне хватает то, что отросло у кутикулы уже, чтобы спокойно снять фрезой.
Я прям сейчас так много гель-лака-то и не ношу. Но этот гель-лак, конечно, такой цвет необычный и настолько красивый. Кстати, вот предыдущий маникюр, первое, что мне сказали, что это, наверное, нарисовано. Я сказала, нет, это стемпинг, и я это делала сама. На что очень сильно все удивлялись, потому что казалось действительно, что я даже по рисунку смотрела, что это просто тонкая такая прорисовка. И не верили, что это стемпинг, не верили, что тем более я это сама сделала. Но потом сказали, что я молодец. На самом деле, я думаю, что просто люди, которые сами не делают, для них это все кажется таким нереальным. Хотя на самом деле, мне кажется, при желании нет ничего абсолютно нереального. Ну что, берем Джеди Коко, усилитель геля. Сейчас будем ставить капельки в центр. И туда лепить наши стразики. У меня есть стразики такие, я увидела у себя конусные, но я их что-то ни разу не делала, хотя не... Может быть, попробую какого-нибудь еще маникюре. Попробуем их. У нас с вами много маникюров впереди, поэтому... 4 пальца делаю отдельно и один отдельно. Потому что стразики все-таки, которые вы крепите на большой палец, если вы сбоку, я не скажу, что GD какой такой, знаете, прям плотной структуры, как геля, да, например. Нет, он стекает, поэтому, чтобы этот стразик остался на месте, все-таки по одному пальчику. А потом уже как-то током будем покрывать, можно и все. Так. Все пальчики готовы. Вообще, кстати, я, наверное, безумно благодарна подруге, которая мне когда-то как-то сказала, что она гель-лак делает сама, и что набор можно купить, и что это мне намного выгоднее обойдется, чем ходить к мастеру. И знаете, оказалось, она права. Намного выгоднее все-таки купить набор с ценами, которые на Алиэкспрессе есть на гель-лаке. Вот, ну, гель Фавор, не знаю, это настолько мой фаворит. И есть другие, Виналиса, прекрасный гель-лак. Мне нравятся там очень темные цвета. Светлые нет, особо мне не нравятся, потому что они очень сильно полосят. А вот темные, они действительно классные. Так, теперь мы все покрываем еще раз топом, аккуратно обходя стразик. Хотя вот эти стразики, они стеклянные. И в итоге, на самом деле, они очень классно блестят и сверкают прям. Пластмассовые стразики, чем они плохие? Вы когда их топом перекрываете или попадаете случайно, все, блеск. А эти безумно красивые. И сам маникюр такой получился. Лампа моя это ультрафиолетовая LED 48 ватт. На самом деле это прям один в один лампа Сан. Но единственное, что дизайн у нее такой прикольный. У меня цвет такой фуксия. Классный очень цвет. Ссылку тоже на нее оставлю. Потому что цена бюджетнее, чем у ламп Сан. И можно выбрать, вот что мне понравилось. Это безумные красивые оттенки этой лампы. Ну что, нам осталось убрать грязь. Все. Весь наш маникюр. А грязи, кстати говоря, немного. Вот что радует, что грязи реально немного, что в основном только сверху здесь что-то попало и все. Вот такой вот маникюр получился. Он прям весь аж сверкает, переливается. У вас камеру вообще съедается половина красоты на самом деле, потому что мерцает безумно и гель-лак. Причем гель-лак у вас камеру смотрится намного темнее, чем он есть на самом деле. Но можете мне поверить, смотрится это очень круто и нарядно. И стразики даже в тему, потому что они это общее сверкание просто поддерживают и дополняют. Ну что, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Обязательно комментируйте мое видео. Жду вас в своем инстаграм. До новых встреч!